Вени сидит тут, смотрит. Может быть, что-то перепадет ему. Может быть, что-то перепадет. Да, Веня? Сел на альбом, прям прыгнул. Сейчас покажу вам, кто у меня в гостях. Чё, Полин? Захлебалась. А? Чего? Захлебалась. Захлебалась? Это что такое? За слово. Чё у тебя там? Чё ты прячешь? А я там вижу сзади, вон в телевизоре все. Вижу в телевизоре. Привет. Да. Привет. Чё там у тебя? Ничего. Покажи. Шкодишь там что-то, что ли? А чего? А чего? Такую игру купили в фикс-прайсе. Что это? Крестик мой, что ли? Да. Слушай, а я его потеряла. А где ты его нашла, Полин? Он был вот там. Вот там лежал? Да. А, я его потеряла, ищу, не могу найти. Думаю, куда я его положила? Я обычно в ванной его кладу. Крестик мой, ну... Ты что, это мне надо его надеть. Давай. Зачем? Ну, крестик надо носить. Вот такую игру с Полиной купили. Угу. В фикс-прайсе. Включи, давай. Надо запомнить цвета. Так, сиреневый. Теперь сиреневый желтый. Теперь сиреневый синий. Ой, желтый синий. В общем, надо вот так вот запоминать. Ну, что-то мартышка. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Надо было тебе ленту взять, чтобы ты тут показывала мне гимнастику свою. Да? Да? Ну все, в общем, надо запоминать по цветам. Вот такие у нас отвертки. Да, вот такие у нас отвертки. Запоминать по цветам. Звук и цвета. И сначала один цвет, потом два нажимаешь, потом три. Да, вот в такой коробочке. С музыкой. В общем, на внимательность. Давай, Полина, ну-ка попробуем. Давай внимательно. Приготовься. Какой цвет зажег сейчас последний? Сначала желтый. Желтый, правильно. Желтый. Давай, нажимай на желтый. Только один был желтый. Теперь. Нет, сначала желтый, потом синий. Сначала желтый, синий. Вот, молодец. Так. 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 Умница! Ну вот, видишь? Молодец. Все, мы выиграли. Ура! А что, на шпагат можешь сесть? Ну-ка, давай, посмотрим. А, ну молодец, молодец. Вот так, но все равно хорошо, умница. А в тапках я хочу попробовать. Мостик, давай. Ой, пузик-то какой торчит. А пузико-то у кого такой торчит? Пузико. Абрикосики не любишь? Не, яблоко не люблю. А вот такие нектаринчики. Но они вот этот мягкий, еще более-менее. А вот этот персик вообще мягкий, очень вкусный. Ну, попозже, может, поешь. О, вот это тоже мягкие, да. Так, сейчас я тебе огурчик порежу и сосисочки, да? Да. Ага. Будешь... Все за сладким, все за сладким надо. Лить. Конечно, я люблю сладкое. Ага. И еще чуть-чуть. Кипяток. Кипяток, да. Полин, тебе нужно это, держи, цветочек себе поставишь, да, для красоты?
Хлебушек нужен тебе? Да. Держи. Так, на тебе вилочку. Какой тебе, беленький хлебушек или черный? Беленький. Беленький. А Веня любит сосиски? Конечно, любит. Это он любит. Все собачки любят кошки. На. Давай, садись. Красота. Тут у тебя как на даче, да, Полин? Да. Как на даче, на улице. На улице хороший аппетит будет. Да. Давай тебе еще лебедя поставим сюда. Не, лебедь какой-то грязный у нас. А, вот, кстати, твое кольцо в прошлый раз ты забыла. А, ну да. Кто там нарисован на этом кольце-то? Кукукулу. Кто? Кукукулу. А, лол? Да. Ага. Ну, давай, кушай, приятного аппетита. Огурчики посолить тебе или не надо? Не надо, да? Сок налить, кстати говоря. Так, вот это баночки у нас, да, такие с Полиной для мороженого. Эти. Да? Да. Сейчас мы их откроем. Да. Ты знаешь, что в таких мороженое делают? А-а-а. Видела? Да, знаю. Давай, тогда здесь сейчас открою. Я видела. Вот. Я такие видела. Вот. А, я думала, они по отдельности. А, значит, вот так вот, да? А потом раз вытаскиваешь и вытаскиваешь, да, мороженое на палочке прям, да? Да, вот, видишь? А, все ясно. Вот значит, так. Мы сюда с тобой будем заливать мороженое. Да. Угу. Будем делать мороженое сейчас. Мне. И ставить в морозилку. Угу. И будем 5 минут ждать. 5 минут? Да. Одну минуту. Одну? Нет, две. Ладно. Ну так не согреется. Угу. Не согреется. Всем привет, да, Полин? Еще Всем раз. Всем привет. Да. Будем делать сейчас мороженое с тобой, да? Да. Так, что мы берем? Блендер. Да. Мы берем блендер. У нас ягоды, здесь у нас клубника. И у нас здесь есть, как это называется? Банан. Банан. Так, потом у нас есть вот такая формочка для мороженого, да? Да. И вот такие к ней еще штучки. Покажи, какие. Вот такие. Да. Ой, и что здесь? Смотри, это кто? Фламинго. Такая. Фламинго, правильно. Это кто у нас? Это поняшка такая. Пони, правильно. Сердечко. Сердечко. Звездочка. Звездочка, умница. Так, сначала будем делать с тобой банановое, да, мороженое? Да. Угу. Так мы складываем сюда бананы. Бананчики. Так. А сейчас я буду клубнику. Вот. Клубнику будешь тоже складывать, да? Я буду клубнику. Давай, мы прочитали, что можно добавить сгущенки. Да. Мы добавляем немножко сгущенки сюда. Да. Так. Вот так у нас все. Ага, красиво. Да. Так, сливки мы добавляем 20%. Да? Давай я добавлю. Да, ты сейчас добавишь, сейчас давай. Ой, подожди, дай-ка я возьму вот эту кружечку. Подожди, сейчас я налью сюда. Сливки? Да, сливки. А похоже как на молоко, да? Ну это молоко, но это сливки, это значит они жирнее просто. Вливаем туда. Так, пока столько вольем и посмотрим. Что у нас получится? Если будет мало, то мы добавим еще. Да. Так. Включаем. Все. Блендер. Надо все сбить теперь. Да, все сбить. Хочешь вот так держать? Вот здесь на кнопочку нажимать. Да. Давай. На какую? Вот эту? Давай на первую нажимай вот на эту. Только сильно. Не бойся. Thank you.
Так, мы взбиваем, посмотрим, что у нас. О, уже у нас. Да. Уже, смотри, Полин. Да. Ну-ка, давай возьмем ложку. Сейчас, подожди. И попробуем. Ну-ка, возьми ложку и попробуй. Да. Ну, немножко, немножко. Давай. Вкусно. Да. Вкусно? Ну, похоже на мороженое? Угу. Да? Да. Ну-ка, дай-ка я попробую. Да. Прям банановая. Давай еще немножко забьем. Да. Будем раскладывать. Так, мы вроде сбили. Все. Ну-ка еще пробу снимай. Да. Готово. Вкусно? Готово? Да, пока готово. Так. Давай. Немножко тебе положим, ты покушаешь, да. А одну положим вот сюда, а потом сюда еще клубничное положим. Да, вот здесь будет банановое, а здесь клубничное. Давай, ага, давай сейчас пока банановое. Ага. А ты пока сделаешь вот это. Сейчас пока сюда положим, а потом ты поешь еще. А это пускай ты потом... Ты пока не делай. Чего? Ну, клубничное мороженое. Ну, пока не будем. Да, не будем. Сейчас ты покушаешь такое, да? Вот это одну сделаем, и три клубничных, да? А это ты сейчас, я сейчас тебе положу, и ты покушаешь. Так. Ой, тихо! А, у нас авария. Подожди. У нас авария. Авария. Так, мы начинаем дальше делать клубничное мороженое. Давай, Полин, складывай ягоды. Я чуть-чуть. Складывай. Нет, все клади, все, все. Не, по одной, давай по одной ягодке, по две там клади. Потом ручки сполоснешь. Давай, моя помощница, клади, клади. Давай. Ой, уж ты. Холодные, да? Да. Ну, помой ручки. Где? Давай. Ну, включи вот этот кран. Помой. Этот? Ну, хочешь этот включи, давай. Нет. Не можешь? Ну, давай. Так, держи полотенце. Так. Добавляем потом. Вкусное банановое мороженое? Да. Оно у нас уже почти растаяло. Да. Но все равно мы вкусно. Проверим? Нет, это нам в морозилку класть. Мы сюда залили с тобой банановое. Да. И сейчас зальем еще клубничное. А клубничное мы будем делать, добавлять чудо-молоко. Вот это вот клубничное тоже. Добавим чуть-чуть молочка. Да. Пока немножко, а потом, если что, добавим. И взбиваем. И потом это мы уже заморозим на завтра. На завтра? А почему не завтра? На завтра, ну сегодня сколько можно мороженого есть? Ну, чего? Ну, когда давай банановое на завтра, сегодня клубничное. А, ну клубничное еще тебе, да, да. Добавлю. Давай, да. Все, сбиваем. Так, мы попробовали, да. Немножко клубничное. Да. Добавили капельку сгущеночки, потому что не очень сладкое у нас оно получилось. Потому что сахара нету, не добавляли, ну, немножечко совсем. И еще раз смешиваем. Да? Так, я думаю, готово, Полин. Смотри, готово? Ну, да. Да? Ну, попробуй снимай. Это... Что скажешь? Ну, такое вкусное. Вкусное? Да. Попробуй. Ну, давай я попробую. Ну, не очень сладкое, да? Да. Что, еще подсладить? Или не, не надо? Лучше не надо. Не надо? Ну и нормально. Так, все, закладываем сюда. Вот даже ягодка тут попалась. Ну ничего. Так. Вот это? Наверное, тоже.
Так, подожди. Сегодня мы будем клубничное мороженое. Ты будешь клубничное сейчас есть? Так, в эти формочки надо закладывать не до конца, потому что когда палочку туда засовываешь, то все выливается через края. Поэтому мы не до конца. И это мы уберем в морозилку. И завтра папа приедет, и мы его угостим тоже мороженым, да? Нет. Давай, завтра... это не трогай. Давай-ка вот завтра эти. Завтра банановые. Давай, закрывай аккуратно. Завтра банановые, а сегодня клубничные. Так, молодец, давай. Сегодня клубничные, а завтра банановые. Хорошо. Так. И вот так. И вот так, ровно. Все, вот так вот у нас получилось, да? Да. Ох, красота какая! Убираем, да, морозилку. А это нам есть сейчас. О, сколько? Кстати, а мы сегодня будем купаться? Обязательно. Ну что, вкусно? Ну, оно растаяло у нас немножко, а все остальное мы добавили, да, Полин? Да. Ой, убрали в морозилку. А это вот специально вот такое немножко растаяло. И Полина будет сейчас кушать и скажет нам, вкусно это или нет. Она смешала и клубничное мороженое, и... Нет, стало же розовое, это же клубничное. Клубничное уже? Да. Ну, клубнично-банановое. Да. Ну, вкусно? Да. Ну, оно растаяло, правда, у нас пока мы тут сготовили. Ну, ничего страшного. Нам болеть нельзя, да, Полин? А завтра будет тепло на улице, и мы будем уже есть настоящее мороженое на палочке. Да. Оно замерзнет. Или сегодня. Привет, сегодня на канале. Нет. Привет. Пока. Давай. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Да. Все. Делайте мороженое. Правильно. Все. Пока.